Трамп продлит приостановку санкций против Ирана. СМИ США готовы соблюдать условия соглашения по ядерной программе. Американские власти готовы продлить процесс приостановки санкций в отношении Ирана на 120 дней в рамках сделки по атому. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в окружении президента Дональда Трампа. Источники агентства утверждают, что США готовы соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана. Вместе с тем, официальное продление режима приостановки санкций Трамп объявит позднее. Президент принял такое решение после обсуждения со всей командой по нацбезопасности, включая советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона. Однако, как отметил источник агентства, решение Трампа в итоге должно дать время Белому дому и Конгрессу выработать новые ограничительные меры в отношении Ирана. Напомним, в рамках атомной сделки Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия в ближайшем будущем. Взамен ему было позволено расширить использование атомной энергии. По материалам сайта Newsgro.com.